Женщины знают, как нелегко очистить микроволновую печь от жира и засохших брызг. Но я знаю очень простой способ, как отмыть СВЧ. Нам понадобится губка для мытья посуды. Обильно смачиваем ее водой. Сверху наносим средство для мытья посуды. Достаточно одной капли. Хорошенько вспениваем и, не отжимая, кладем в микроволновую печь. Всего на минуту. Мощность выставляем самую низкую, но через 30 секунд открываем дверцу и смотрим. Важно, чтобы губка не перегрелась и не начала плавиться. Будьте предельно осторожны. Время вышло. Открываем СВЧ и просто вытираем остатки жира еще теплой губкой. Пары моющего средства осели на стенках печи и уже начали разъедать засохший жир. Теперь отмыть печку очень легко. Раз и готово.